Так, все, я центр. Я центр, ребята. ОД забанил, поехали. Врываемся в каточку. Марс не в бане, блин, ну две подряд на Марсе. Ну чисто на контрасточек, да, чтобы показать, как работает Дизолю как бес. Ну посмотрим, какие герои будут против. Зачекнем. Акса в мид. Блин, от сапов зависит, короче. Как вариант, Акса имеет смысл рассматривать, если видим по пику, да, что не будут смещаться особо. Когда рандом стрим, как захочется, так будет. О, кстати, вот Висп не особо гангатель. Да и ТБ, наверное, тоже. Вообще игра без БКБ кайфовая. Пока ощущается. Сларк, Разор. Пам-пам. Поехали. Медовый Акс. Ух, ё-моё, чувак против меня пошел на хусики. Такс. Фу, билд просто чемпиона. Поехали. Чемпионский билд на Аксе против Хусика. Готово фиксировать. Мы начинаем. Так, вот еще сделаем. Парень в чате пишет, хотел посмотреть, как билдится на Аксе. Ну вот записывай. Такого тебе никто не покажет больше. Я собираюсь этот мид выиграть в хлам и засорить катку, если что. Вы там себе запишите, пометьте, потому что так все и будет. Ну-ка, ну-ка, давай. Ну здрасте, приехали, парни. Опа. 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 Нормально бабок насыпало, кстати. Подблачиваем. Делаем, делаем. Пошел процесс. Пошел процесс, ребята. Massive. Давай, давай сюда, крепочки. Кайф? Кайф, конечно. А что, если не кайф, скажи? Че он там себе купил? Тапок? Тапок. Твое право, братан. Больше без покупок, пожалуйста. Подожди, вы чё, парни? Парни, вы чё? Я же тут! Мужики! Не, ну там нубасы на крипах. Ты чё, забей. А чё, как это вообще? Типа нормально?
им нормально? Стою, жду. Они ушли. И все, как бы. И делай, что хочешь с этим, скажи, да? Да, это жестко, конечно. Ну ладно, че. За мной. За мной, бойцы. Я бы еще, наверное, пачечку собрал. Кто там? Вайс что, да. Кручу, верчу. Бабок заработать хочу. Ausländer. Ямор. Он за мной идет на хусике, что-то хочет. Ты че, братан, у тебя крипы под вышку умирают? Ни на что не намекаю, мужик, но крипы под вышкой, сам понимаешь, да, типа. Смерть туда-сюда. Давай, давай, ребята, пойдем, что покажу. Друзья, также у меня есть телеграм-канал, где я анализирую матчи по Доте и Counter-Strike. Делаю это абсолютно бесплатно. Залетайте, если интересно, по ссылке в описании или QR-коду. Поехали за следующими. Давай, вы следующие. Отрабатываем. Нетурс, ребята, зелененький. А, против Хускарчика. Зелененький, зелененький. А как без этого? Я вам больше скажу. Ладно, сейчас пока чуть подождем, но как будто есть опция в этой игре неплохая. За мной, пацаны. Пойдем, что покажу. Ты не дерись, не дерись, Норси. Прими смерть как бы с этим, с респектом. Опа! Гость пришел. Гранату кинул. Ты чё, братан? Я для тебя что, шутка? И чё? Вот ему нормально не жилось, да, на ТБ? Machen gut. И ушел обратно. Чё приходил? Опа! Ошибочка! Ну это тактическая, братан. Так нехорошо. Кто ж так ошибается-то? Кто ж так ошибается-то, хусик? Хусик-пусик. 5 минут прошло, кстати, могу отсюда играть, по идее. Ну-ка. Не себя. Опа, на хосте пошел гангать на Хускаре, ничего себе. Ничего себе кадр. Давай вот так, а лучше даже вот так. Что-то у Хускара игра как будто не пошла. Да, по-моему, есть такое. Что-то не пошло у типа. Подожди, он машет, даже если я заагрил его? Ты норм? А чё за зверь-то такой? Don't you cry, everything's gonna be alright. Парни, есть ТП? А, нормально, живем.
Просто в соло. Лучше. Ты бал. Лесной акс, ребята, проверяйте с центра. Все, Хусик, домой, братан. Каточка не сросла для тебя. Я могу не показывать, что я шестым, и сейчас их доберусь. О, Региночка. Пойдет, берем. Хорошо. Давай. Давай сюда. Хорош. Опа-опа, там Хусик еще дальше за ним. Ну ладно, толпою загасили, допустим. Офигеть. То есть Хусик сюда ТП дал, получается. Смел бы в рот на ТБ бежать. Жестко. Ну гении какие-то. Сделал все, что мог, ребята. Ноль ошибок. Чисто толпа на миде, ничего не поделать. Ну как будто у нас и так все неплохо, я думаю, правильно? Сларк. Мне надо, чтобы их там по хп пробили нехило. И БМчик добить. Вот БМчик добьем, там вообще без шансов будет. Че, угораете что ли? Ну это уже хейт-шоу попахивает, нет? Че им надо от меня всем? Вы надоели, дайте пожить. Не, там отсосано нереально дофига. Я, конечно, смотрю на опции, но я их не вижу. У меня маны нету, пацана, на ульту. Если бы он с маной был, можно было бы загреть сейчас убить. Ну ладно. Выбили все, что можно и что нельзя. Пойду БМ добивать. 200 голды осталось. Капец у меня натрас огромный на этой минуте, ребята. Давай сюда, Брумхендл, Сидзы. Не, Сидз классно. Брумхендл не очень. Да, Сидз топ. Поехали. Пара. Хотите next level? Покажу. Давайте. Сейчас все будет. Не убьем, но... Фиксируете, да, next level? Солю нереально. Просто солю нереальнейшим образом, понимаете? У меня даже топор КД был, мне пофигу. Ульт есть, бро? Go. Я понимаю, да, что там труп. Ласпих Хускар в мид. К такому тебя жизнь не готовила, да, братан? Просто игрок со смертью, нахуй. Такому жизнь точно не готовила. БМчик заряженный, готовый. Легко и непринужденно. Ускорение от Квиллинг Блейда. 12 к перемещению. А так сколько он дает? 35. Как будто мало скелец. Не хочу. Давай сюда.
day to fight. Into war. Отдыхать. Нормально, да, мы их родной. Нормально, нормально, бахаем. Маны нету нифига. И видите, даже без ботла шпиль уже. Акс, 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 можешь, пожалуйста, пожалуйста, скажи что-нибудь в чат. Зачем ему, чтобы что-то в чат говорил? Ничего не понял. Там этот качает двойку, погнали. Уверена? Уверена. Не, парни, вам вообще в эту игру играть уже нельзя. Извините, конечно. Геймплей противопоказан. Дядя с топором как бы закрывает полностью все ваши поползновения. Оп, забираем. Heaven and hell. Опа! Вот это да. Вот это рунка. Трон есть? Бегу навстречу телепорту. Я пролечу сейчас. Подвинься. Че, деремся, нет? 9 секунд хронога. Прыгнешь, я после хрона поставлю. Прыгни, 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 прыгни. Готов, готов. Дальше, дальше, дальше. Кто здесь был? Покажись. Не, не показывается, блин. Кто-то кларити купил прямо перед носом. Даже не успел ничего сделать. Маны бы кто-то мне засосал, а? Вот здесь фарма нереально много, поехали. Лотусик есть? Есть, сейчас лотусик будем качать. Линию толкнули, за лотосом сбегали. Это купили. Хорошо, кайфуем. Лириум, спасибо тебе за 200 большое. Давай поэкшонимся. Больше экшена, правильно? Больше грязи в этой катке. Так, этих не хочу, пожалуй. Тэпыч есть у меня, если чё. Опять перед носом кто-то купил у меня. Кстати, регенчик. Маны. Они боятся выйти на линию любую. Понимаете? О, ман, слышь, а можешь перед загрузкой, чтобы нарезку попасть, пожалуйста? Ну, если они встанут. Они, может, тоже хотят нарезку, ты им предложи. Тимур, бля, я твой фанат. Спасибо, спасибо, братан. От души. Ты вообще на стример с батли, я все матчи смотрел. Там, да, стилька раздали, было дело. В порядке. Бля, просто так это усатую нахуй. Бля, Тимур, я тебя люблю. Хорош. Я, кстати, на кума наставил. Ну, это ошибка, понимаешь? Это ошибка, потому что я ставил на травомана. А это деньги, это плюс бабки сразу. Это деньги, это деньги. Просто травобет заходим, все залетает. Че, ссылка в описании, ребят, как бы. Как... Зачем что-то рекламировать, если все уже, слава идет впереди травобета. Уже люди сами говорят. Сам ты актер. Кстати, блин, забыл номер его карты. Сейчас надо будет чекнуть. Так, что, мы почти вышли в наши шмотки.
Маны нормально уже, неплохо так подкапывает. Да все, закачиваем, забираем обязательно. Здравствуй, Тимур. Хорошего стрима. Как ты относишься к людям, которые управляют камерой в доте клавишами W, A, S, D? Сюда его. Бля, не без акса надо делать. Я подбегаю уже. Я подержу. Да не, вроде так нормально, не? Сларк. Парни, без пауза. Я все дал. Шесть секунд. Четыре секунды. Давай, 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 держу, родной. Бачу. А че Сларка нету? Успею подбежать. Ого. Брат, я без резов. Я на выход. Пойдем, выйдем, ребята. Ну-ка, let's go. Так, чё, БКБ хоть здесь просится? Это вроде не особо. Вот шар здесь просто лютая имба, я считаю. Этот Хускар просто бедолага. Ласпих Хускар 1-7-1 бегает. Ё-моё, мужик. Как же так, скажи, да? Кстати, он большой на разоре, я его могу не убить. Не, братишка, давай на базу. Куда блейдмейл врубил еще? Ты че там, на что рассчитываешь? Он отсос врубил, понимаете? Чтобы этот, со мной не расставаться. Хорош, уважаю. Че, еще подойдет кто, нет? Пока я готов, пока я заряжен. Это просто сюр какой-то. Ну просто бедолага на хусике, просто бедолага. Ладно, там Сларк вроде потеет, может затащить ему каточку еще, посмотрим. Ну блин, реально искренне жаль парня. Вы со мной согласны? Он же ни в чем не виноват. Ну пикнул Хускара в мид, ну на ласт пик. Есть апарт топ, я не выйду. Даю. Рона? А, у меня 20 секунд. А чё у меня парни-то умирают в команде? Я сгоним. Надо ждать Сларка с этим виспом. О! Вот тут. Вот они летят. Сюда, пупсики! Сюда! На! С топора! Дальше, дальше, дальше! Давай, 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 родной! Давай, долби их! Давай! Молодцы, парни, красавцы! Это Акс! Это Акс, ребята. Тимурыч, Горошу заберем. Бегу, 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 Тимур, бегу, бегу. Горошу, мы тут еще не закончили. На, молодцы, рампага, парни, красавцы. Рампага, рампага. Засчитываем, рампага, да? Засчитываем. Засчитываем, надо было рубануть. Скай спиздил. Ой-ой-ой. Горошу у нас шарт на Аксе есть. Красиво делаем. Красиво играем, ребята, в эту игру, понимаете? Это Акс. Это медовый Акс. Ко мне просто не подходи, называется. Бегу, 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 бегу. Станчик ну подержать. Не достаю. Это мы вырежем, Тимур. Спасибо, спасибо, парни. Сказали, вырежут, ребят. Все. Как будто Шива в этот пи хорошо очень. Я вам подумать еще. Я еще подумаю чуть-чуть. Просто знаете, что может хорошо очень быть? Сашка? О, это тоже вырежу.
Не, это не надо, он же не этот. Это ж не я. Горошу. Горошу заберем. Ну гогу. Гоу, гоу, гоу. Че, пойдем, я так понимаю, надо потанчить. Да. А, только у меня, подожди, у меня не стакается эта штука. У меня слишком редко бьет для нее. Чего прикупить? Да? Доберешь, Накс? Да, да. Конечно, кто еще, если не Акс? Ща я ему сальтушечку дам. На. Оп. Тимур, я с тобой, Тимур, брат. Давай, давай, хочешь? Приму их. Давай, давай, родной. Выйдут, выйдут, походу. А, это же наш тир, да? И кто не уйдет живым, нахуй? Ну ладно, Сларк можно. Давай, пусть идет, конечно. Оп. Ой, будь ой, сладко. Нормально, нормально, пойдет. Работаем, ребят. Ну трипл сделал, да. Было дело. Можно и дальше сбегать теперь. Ё-моё. В принципе, вроде норм. Хорош. А этого? Оп. Ах ты, черт косматый. Ну-ка, давай сюда мне все. Ну-ка, давай мне сюда все. Чего прикупить еще, ребята? Я вот думаю. Думаю, что затарить. Тимур, брат. В конце игры тут... можно будет привет передать? Давай, давай. Блин, я тоже хотел спросить. Можно, можно, парни. Аганим? Я хотел маме. Нет. Октарин? Может быть. Я типа кнопки жать по КД вообще, и с маной, чтобы проблем не было. Базару нет, но мама не поймет. Блин, пацаны языком фактов чисто общаются между собой. Это слегки красавцы. Блин, мне как раз сейчас на стрижку. Делай прическу, как у Травман. Вот я тоже хотел. Подвоим чутка. Прическа, как у Травман. Вышка сломана. Да, да. Ах ты. Пойдет. Ой-ой-ой, мы далеко, бро. А-а-а. Парни, у него Егис, кто успеет, бегите, бегите туда. Я буду жить вечно, парни. Давай, давай. Ой-ой-ой. Ё-моё. Больно. Было больно. Подвыйдем. Чтоб потом подзайти. На виспе слишком жестко отрегенился. Мне, видите, не хватило потом на то, чтобы этот. Поехали. Поехали, я сказал. Сюда. Нормалек. Нормально, но нормально. Никак не трогал. Там тавр. Крутанись хоть разик, подлечись. Мужичок. Ой-ой-ой. Жестко. Жесткий геймплей, ребята. 22-1-5 на Аксе. Я в шоке, что вообще происходит в этой игре, конечно. Че бы взять?
Мне кажется, я знаю, что надо прикупить. Чтобы сборка была, так сказать, ультимативной, правильно? Ультимативная сборочка на Акса. Сюда ее. Сейчас все будет. Там такой вампиризм способностями. Ой-ой-ой. Регенка в боте, активка. Если кому не нужна, я бы забрал. А все, она пропала. Ой-ой-ой. Можем, можем, можем. А что, как будто мы можем. Мы можем, как будто. Эх, 50. Только я далеко чуть-чуть. Он дарпа потратил. Прыгай. Ух, ветра купили, ё-моё. Ой-ой-ой, хорош. А здесь крутануться! Ладно, пойдет. Блин, ну там ветра, это нечестно. Я не думал, что мне придется БКБ покупать в этой игре. Чел просто ветра купил и все. Запорол нам. Фан. Ну ладно, можно было и раньше. В принципе, купил позже, тоже ничего, пойдет. Так, мудочка, поехали. Илюха! Спасибо тебе за 200 большое, спасибо, что залетел на стрим, что мудочку воткнул по приходу, так сказать, вот. Да, у нас добро, позитив, как бы, всегда рады. Всегда рады видеть, заходи, залетай. Аноним, спасибо за 300. Как относишься к людям, которые управляют камеры в доте клавишами WASD? Что, не, надо вообще надо учить. Ну, с сочувствием, конечно. Я вот, вот так вот управляю, мне как бы максимально удобно. Для меня как бы странно, но для них может удобно, пойдет. Гни свою линию. Зачем октарин? Чтобы быстрее я все перезаряжалось. Все скиллы быстрее, ребята. Абсолютно все. Горят огни, сверкают звезды. Все так просто. Че? За звук был. Ты космос. Больше нечего ловить. Я не ожидал. Да-да. Потратил. Что-то знает, как будто, да? Так отошел прям. А чем мне дает радиус? О, вот радиус кола мне очень нужен талант, ребята. Талант, который я хочу. Надо терзать у них забрать сейчас. Оставь пачку мне. Походу придется БКБ, ребят. Я еще буду просто вертеться после прыжка. Ну это фуфло. А это фуфло, я вам так скажу. Давай, забираем эту штучку. Я чуть подвышу. Лучше. Нормалек. Дай. Пойдет. Там парни на своей половине файт верли, тут мы на своей. Ну, значит, можно расслабиться. И-то догонится, правильно? Травман, передай привет тете Свете, пожалуйста. Тете Свете привет передаю. Тимур, передай привет Володе Гаврилову, пожалуйста. Володе Гаврилову привет. Блядь, ты кумир. Передай привет Андрею Кузьмину. Андрею Кузьмину привет. Все. Все, спасибо за игру. Всех поприветствовали. Тимур, передай, спасибо, парни. Максиму Петренко. Максиму Петренко, привет. Удачи. Удачи, парни, молодцы. Хорошо сыграли. Спасибо за игру, ребят. Спасибо за игру. Ой, Хусик первый дисконнектнулся. Ну, это был нереальный стиль, вы согласны?
Но то, что произошло сейчас на ваших экранах, это было супер стилево. Сочнейшая на медовом аксе. А я все думал, блин, не хочу играть на харде, но мне нравится акс. Что же делать? Медовый акс, пожалуйста. Медовый акс. И все, как бы. Молодцы парни, все доброжелательные. Пупсики, зайки, Хусику отдельный респект. То, что поучаствовал как бы в этой истории всей. 10 хускаров. 10 хускаров. 5 сларков просто. Ну это ультимативная соль, ребята. Это ультимативная соль. Просто пошел в мид на аксе против Хусика, вы понимаете? 10-я минута. Я топ нетворс. 20-я минута. Я в 2 раза больше нетворс, чем Хускар. И это как бы не закончилось. Офигеть. Вам понравилось, ребята? Кайфанули с медового акса, признавайтесь. Ну, было, по-моему, супер круто. Это было вообще нереальнейше просто. Сколько у меня... Посмотрите, как у меня вылечил Блудстон. На 8600. Это очень много он меня отхилил. Было хорошо, да? Согласен.